Официальная газета Ватикана «Обсерватория Романа» объявила, что пьесы Уильяма Шекспира наглядно подтверждают, их автор был католиком. На своих страницах газета обсуждает новый фильм «Аноним», где речь идет о популярной теории, согласно которой работы Шекспира на самом деле были написаны графом Оксфордским Эдвардом де Вером. Статья заканчивается категорическим выводом: если его личность может обсуждаться, то никак его вера. «Обсерватория Романа» отмечает, что из-за жестокого преследования католиков в Англии в конце 16-го, начале 17 века Шекспир скрывал свои истинные религиозные взгляды, хотя Уильям Шекспир был зарегистрирован в англиканском приходе. Ватиканская газета считает, что данный факт еще не свидетельствует о подлинном мировоззрении драматурга. В статье также отмечается, что нынешний глава англиканского сообщества Роэн Уильямс соглашается с тем, что драматург был католиком. Хотим отметить, что доказательства принадлежности великого автора к католицизму находились и ранее. Так, в 2009 году священник Эндрю Хидден заявил, что располагает свидетельствами не только принадлежности драматурга католической церкви, но также доказательствами того, что Шекспир скрывался в Риме от гонения первых лет правления королевы Елизаветы.